Всем любителям мототехники, всем здравствуйте! Вы на канале Мотосибирь 55. Сегодня у нас видеообзорчик, посвященный кроссовому мотоциклу, кросс, эндуро. Даже не знаю, как правильно его назвать. Производитель Racer, 250-кубовый мотор с балансировочным валом, четырехтактным двигатель. Так вот выглядит этот супераппарат. Моделька правильно называется RS250GU C2A. Это бюджетный вариант. Стоимость розничная меньше 80 000 рублей. Давайте его разберем подетально. Что здесь, чем он отличается от многих других моделей, на чем сэкономили. Сразу же попадается первое отличие – это передняя вилка, она удешевлена, вилка длинноходная, но не для повышенных нагрузок, не повышенной ударопрочности. Стандартная вилка, как на многих дорожных мотоциклах, это все-таки является слабым звеном и его минусом. Также нужно заметить, что шинка уже более дорожная для совместного, как можно передвигаться на ней по дорогам общего пользования, так и попытаться полезть в грунт, в лес и так далее. Смешанного цикла шина. Этот аппарат идет с ПТС-кой, категория А, мотоцикл. Задняя подвеска, задний маятник идентичный многим мотоциклам, ничем он не отличается. Толщина 2,5 мм маятника. Вот такой вот амортизатор установлен на многих-многих моделях с регулировкой. Вот. Прогрессии нет в нижней части. Мало того, установлены барабанные тормоза. Очень простые, как на дорожных мотоциклах. В основном мы уже привыкли видеть гидравлические тормоза. Здесь тоже удешевили. Стандартная звезда, 428-я цепь, ашка, нету ловушки цепи, максимально все удешевляет. Пластик очень похож на многие модели, идентичны, как и спереди, так и сзади, так и крыло. Немножко потоньше я, наверное, отмечу, особенно вот крыло, видно по пластику, что более бюджетненький. Но, несмотря на все, сделали диодную оптику ему, поворотники диодные. Вот такая вот панель приборов, очень простая, тоже врет, постоянно показывает меньше, на 10, а то и иногда и на 20 км/ч показывает меньше. Фара такая же, как у многих-многих кроссов старого образца, ничего фантастического в ней нет. Передние тормоза гидравлические. Вот. И нужно отметить, что размер колес. Передние шины 90-90/19 устанавливается. И задние 110-90/17. Вот такой вот размер. Мотоцикл имеет только боковую подножку, как обычно кроссы. Еще скажем о том, что вот здесь вот есть такая мощная металлическая передняя защита. Это один из малочисленных плюсов. Аккумулятор не гелевый, аккумулятор заливной, девяточка, кранчик, заслонка на карбюраторе. Все как на многих и многих других моделях. Классическая коробка передач, первая вниз, остальные передачи вверх, пятиступка. Вот такой вот аппарат. Однако еще приделали защиту рук от веток, она тут тоже имеется. Неплохие зеркала, мне не очень нравится. Пульты стандартные, как и на многих и многих разных модельках. Бак все-таки не пластиковый, а металлический. Хорошая крышка бака, к этому вопросов никаких нет. Сиденье тоже стандартное, допотопное. В общем, что
хотели в этот, в эту технику вложить. Это простота, надежность и неприхотливость. И все же самый главный критерий – это стоимость у этой техники. Техника стоит меньше 80 тысяч рублей. Техника 2018 года. Смотрится достаточно неплохо. Ну, есть все-таки определенные минусы, которые не хотелось бы видеть на кроссовом или в эндуро мотоцикле. Вот, я их вам уже назвал. Решать вам. А так, техника очень даже ничего. Тот же самый аппарат, но за гораздо меньшие деньги. Кто хочет технику приобрести, пожалуйста, переходите на сайт motosibir55.ru. Выбирайте, техника есть различная, кроме этих моделей, есть очень много других. Кто хочет вживую увидеть, потрогать, пощупать, приходите в городе Омске по адресу 13 Комсомольская 1/2 и улица Енисейская 3В. Ну вот такой вот обзорчик. Кому понравился, пальцы вверх. Обязательно подписывайтесь на наш канал, много интересного видео. Делитесь видео с друзьями, будет интересно им посмотреть. Любите мототехнику. Всем здоровья, всем удачи, всем пока.